В Ноябрьске украли платежный терминал. Накануне около 17:00 неизвестные похитили его из офиса одной из ноябрьских фирм. Сам аппарат его владельцы оценивают 80 тысяч рублей. Общую же сумму ущерба правоохранительные органы пока не озвучивают. Но по неофициальным данным, потери практически равны миллиону. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело.